Всем привет, с вами Виктор. И мы сегодня продолжим играть в Call of Duty Modern Warfare 3 спецоперация. И на сегодня у нас операция «Высотный перехват». Что ж, полетели. Сложность ветеран и пошли. Захватите самолет президента и передайте заложника Макарову. Окей. Полетели. Ну уже давай, перезагружайся уже. В прошлой серии мы прошли стрельбище, теперь этот пойдем самолетик сбивать. Так, ладно, пошли. Задание на время, так что. Так, продолжаем. Так, стены не боимся стрелять. Так, ладно. Более-менее я понял, что от нас требует. Нам нужно за 1,5 минуты тут пройти до конца. Ну, блин, тут немного посложнее чуть-чуть. Все-таки немного посложнее. Если бы у меня тут по времени тут не было тут лимита, то все легче было бы. А так у нас тут по времени. Ну, ладно, сейчас победим. Немножечко научимся и пройдем. Ну блин, этот выбегает, что-то уже поздно, что-то. В то время, когда я уже все уже. Так. Вы потерпели поражение. Не, сложненько чуть-чуть. Немного сложно. Теперь все зависит от вас. Нам нужно за 50 секунд как-то туда забраться, уже наверх, как ты понял, да? Вот по той лестнице, наверное. Нужно бы забраться уже. Да убей его! Мы проиграли, но победим в следующий раз.
Чё-то как-то плохая попытка была. Так, спрятались. Да блин, они очень точно стреляют. Они все стреляют как-то очень точно. Откуда? Я говорю сверху. Так. Ну, теперь нам главное сейчас до наверх забраться. Так, перебили. Блин, с этим калашом большим, это что-то как-то неудобно чуть-чуть. Нужно на АКС взять, который там будет. Блин, у нас в то же время времени нету, чтобы его подбирать. Он просто легче будет. Для этой операции он более. Так. Туда надо бы кинуть эту. Один с одной стороны, двое еще. Короче, если в том зале будет находиться трое. Так что не забыли. Вам взяли что-то. Драгоценные секунды тратим. Так, вылечивайся. Да, чё хрен тут заметил-то? Однако это хорошая идея была. Кинуть эту. Так, перезарядили. Так, вот здесь убили. Кинули.
Ну, уже хорошо, уже. Уже более-менее. Световую нужно потратить и в... Вон там вот. В следующем зале. Это что только что было? Каждые две световые я знаю, куда потратить. Так, перезарядили. Так, ну, что-то я поздно рано кинул что-то. И очень рано кинул гранату. Все, дошли. Кто из вас кто? Да все, 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 я выполнил. Все, я все сделал, 3 звезды получили. Вот так вот. 12 минут ушло почти. 12-13 минут. 3 звезды есть. Время у меня 1:40. Мог и раньше. Просто немного затупил кое-где. С этой вот на, когда на второй этаж поднимался. Ну ладно, вот такая вот, такое вот прохождение. Еще одну операцию мы прошли. Ну ладно, давайте вот на этом и закончим еще одну серию. Все, с вами был Виктор, всем пока.